Добро пожаловать на просмотр нового видео, и сегодня у нас будет обзор обновления мода на Motor Depot. В предыдущей серии у нас был обзор на мод 0.1, а сегодня будет версия 0.2. Сегодня вышло обновление на этот мод, установка точно такая же, но там есть один нюанс. Нужно поменять название папки. Ну, в общем, в описании все будет написано, как установить этот мод. Отдельно видео я снимать не буду, кому надо, посмотрит. Так что ж, давайте приступим к самому обзору. Так, у нас были добавлены новые текстуры на данный УАЗик. Это вот такой вот полицейский. Вот он у нас может быть голубо-белый, серый и полицейский. Сегодня мы будем кататься на нем. Мы все подробнее посмотрим. Также на легковых машинах были заменены диски, но у меня почему-то ничего не поменялось. Также вот ВАЗ-2115 был поменен салон. Вот. Дальше в автобусах были новые текстуры у ПАЗика. Давайте мы сейчас посмотрим. Вот такой вот дети. И такой. Такие вот три расцветки ПАЗика. И у него поменялась внешность. В общем, выглядит все круто. Давайте сейчас мы возьмем УАЗик. Вот этот вот полицейский. Покатаемся, посмотрим. Как видите, теперь у нас Motor Depot осень. Так, все время забываю поставить акселерометр. Так, у нас в Motor Depot осень, как видите. Вот, заменены текстуры деревьев и травы. Вот. Вот так вот это все теперь прикольно выглядит. Так, сейчас я вам обещал показать УАЗик. Сейчас у него вот синие номера, как полагается, 52 регион, это Нижний Новгород. Вот черная мордочка, полоска. Вот, только мигалок не хватает. Так, ну давайте уже проедемся до города. Были заменены текстуры и некоторых других зданий. От предыдущего мода у нас все то же самое осталось. Вот обочина листвой покрылась тоже. Вот только жалко, нельзя вернуть лето. Сейчас у нас осень. Точно такие же текстуры остаются и во время дождя в Motor Depot. Так, давайте мы сейчас доедем до поста ДПС. Это выглядит очень круто. Его у нас тоже поменяли. Вот теперь он синего цвета. Сейчас покажу вам. Вокруг него обойдем. Так, все, УАЗик, тормози. Так, давайте выйдем и посмотрим. Вот ДПС надпись. И вот все обделано. В синий цвет. Вот. Так вот это все прикольно выглядит. Давайте сядем в УАЗик и поедем в город. В городе там тоже есть обновление. Помимо, как помните, в предыдущей серии я показывал новые магазины «Пятерочка», «Почта России». Теперь здесь есть еще «Магнит», вот, магазин. Также здесь «Почта России», еще одна прямо в «Магните». Так, и здание Сбербанка. Всеми известные русские здания, которые есть в каждом городе. И вот жалко, у меня почему-то не прописались диски на машинах. Вот скриншот. Какие они должны быть, но у меня, как видели, не такие. Так, кстати, вот еще хотел показать, как видите, на газике новые текстуры колес. Это с пазика они взятые, и на пазике новые текстуры колес. Вот у нас теперь такой вот новенький газик. Вот, в общем, мод очень крутой, ссылка на мод, понятно, будет в описании. Что ж, вот на этом уже заканчивается видео. Хочу сказать всем спасибо за просмотры, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, не забывайте про колокольчик и всем пока!